Девчонки, посмотрите. Решила моя дочь, и Пашка бежит с этой, со школы салатика сделать ребенку из овощей. Как закричит: мама, что это, что это? Это черви. Послушайте, начали рассматривать. Козел чуть-чуть мне устукни по этому по аппарату. Значит, посмотрите, а это проросли семечки внутри. Вы можете себе представить? В помидоре зимой проросли семечки. Короче, Катя, сейчас сделаем рассаду. И будем у тебя... Да, дай ножичком так. Давай. И будет у тебя рассада помидоров. Представляете? А вот эту зелененькую подцепи. Вот эту, ага. Гляньте, гляньте, видите, она сложенная, сложенная. Это листочек будет. Да, это листочек. Давай оставим, Катя, пускай всходят. Прикол. То, что настоящие помидоры. Ну, конечно. Нет, такого нет. Катя, ну не режем, все, оставим, пускай посмотрим, что дальше будет. Мы сейчас на чашечку положим, за пару дней проследим. Я вчера выломала ноготь, чтобы вас не смущал мой палец. Вот, представляете, что делается. Вот это да. А действительно, как это, вот так вот можно подумать, что это черви завелись в помидорках. Я такого, честно, девочка, ни разу не видела. А с другой стороны, вот все, что мы выкидываем, там, допустим, подпорченные помидоры летом, они же у нас везде всходят потом в компосте. Это же магазины. Это то же самое. Ну вот магазины, не магазины, лежали где-то в тепле. Неправильное хранение, вот вам, пожалуйста. Не, ну послушайте, я такого еще не видела, честно скажу. Вот так чудеса природы. А это мы сегодня обедаем с моей Катериной. Вот так вот. Одни девочки. У нас салат. Зеленый салат, салат руккола. Огурчик, помидорчик. Котлету мы купили готовую, сразу скажем честно. Вот такой у меня черный хлеб, очень вкусный. Ой, как я вот скучаю по нему. И я сделала соус винегрета. Вот он называется, видите, винегрета. Катя, это из Франции? Да. Это я Катькой покупала, или она сама покупала, когда была во Франции. И там я уже показывала несколько раз, девочки, как я делаю этот соус замечательный. Нет ничего сложного, там горчица. Любая горчица, которая у вас есть, вы досыпаете в эту горчицу, вы ее солите, перчите, чесночите. Мы насыпаем сухой этот чеснок. Все это уксус, любой винный уксус, любой там яблочный, любой уксус, который есть у вас, и добавляете масло. У нас в этот раз подсолнечное масло с запахом офигенно пахнет. И оливковое масло из нашей оливковой рощи. И так как мальчиков нет, мы еще смотрим фильм «Ненасти». Вот. Я все-таки Катю заставила посмотреть за мной, то есть смотрим третью серию. А потом у меня в планах вам показать, мы сегодня были в магазине подружкой, вот на скидках немножечко купили себе причиндалов, чтобы быть красивыми. Будьте красивыми и приятного аппетита. И вот это, ну, достаточно правильный обед. Девчонки, привет, мои красавицы! Хочу вам показать очередные наши покупочки с Катюшей сегодня. Мы были сегодня в магазине, который у них называется «Подружка». И там представлено, ой, такое огромное количество средств по уходу за лицом, что, девочки, нашей Франции это близко и не снилось. Очень много корейской продукции, которую мне просто вот приходится заказывать на Амазоне. И дожидаться, пока она у меня приходит именно с Кореи, но через либо Алиэкспресс, либо через Амазон, это достаточно долго. А здесь пошел в магазин и все купил. Причем сегодня до 12 часов у них постоянно скидки 20% до 12 утра. А сегодня был еще день, там 15% целый день, 15 числа 15%. И были вот, посмотрите, мы купили вот таких три масочки, две покупаешь, третья в подарок. Я взяла это тканевые маски на тканевой основе, корейские. Это с красным, вот смотрите, красный женьшень. Взяла специально две маски одинаковых, чтобы посмотреть, как они будут работать на молодой коже и на взрослой коже, то есть на моей, ну, на молодой. Кате тоже уже пора очень даже задуматься о том, что время летит так быстро, кожа стареет, и надо хорошенько ухаживать за ней. Значит, попробуем. И потом вот такая вот масочка. Она с
сейчас вам хочу сказать. Маска для лица молочная. Ни разу не делала, надо попробовать тоже. Так, из серии масок мы что еще купили? Посмотрите, тоже взяла две маски, называется вот это Perfecto. Это, по-моему, японские масочки. Посмотрите, боже мой, какая шикарная, какой магазин. То есть здесь для лица, шеи, декольте, маска интенсивная. Вот в этом пакетике две масочки. Вот, цены, посмотрите, российские, 79 рублей. Вот эти маски были корейские, по 99. Так, где же цена? Нет, цены здесь нет, она была просто написана на стеллаже. Значит, здесь у нас концентрат из проколлагеновых пептидов. Стимулирует 4 типа коллагена. Мгновенно разглаживает, уменьшает глубину морщин. Придает эластичность и действует по принципу пощуп, выталкивая морщины изнутри. Ну вот это да. Посмотрите, какая прелесть. Я, конечно, попробую. Если они мне понравятся, я схожу еще себе штучек. Там 2-3 с собой возьму, чтобы увезти с собой во Францию. Потому что у меня тканевых масок там уже осталось мало. Я их все использовала. И специально не покупала. Знала, что поеду сюда. Здесь, девочки, дешевле. Вот, дальше мы купили вот такую вот маску грязевую. Хочу попробовать, чтобы Катя ее сделала для сужения поры. Я посмотрела, у нее достаточно поры открыты. Вот, и эта маска, там вот с бананом она. Так, а что тут такое пишут нам? Не вижу, не вижу. Даже в очках не вижу. Вот, маска сорбет для лица. Что-то мне понравилось, она тоже, я там про нее читала. Девчонки, не очень хорошо вижу, сейчас гляну, унесусь от этого. Восстанавливающая маска сорбет придаст сил уставшей и тусклой коже. Вот, поэтому тоже будем пробовать. Дальше я купила вот такой вот гель алоэ вера. Это гель для умывания. Да, 90% алоэ гель вера. Это корейская косметика. Вот, это просто для умывания, так вот, как пенки или что. А я себе хочу взять гель для умывания из той же серии, что у меня сыворотка и тоник. Вот, а это мы попользуемся, я, конечно, оставлю Кате. Очень экономная вещь. И, девчонки, я ее рекомендую, потому что алоэ вера, он способствует обновлению новых клеток на коже нашего лица. Так, несколько дней назад я купила вот такой тоник увлажняющий для сухой чувствительной кожи. Катя говорит, что он с берестой. Вот, экстракт бересты, бетуловид, алантаин. Я не знаю, девочки, без парабенов, без красителей и без спирта. Катя говорила, что вот этим вот тоником я собиралась сделать маски утренние на моих этих вот масках-таблетках. Мне не жгет. Катя говорит, что ей пощипывала. Ну, послушайте, у Кати кожа немножечко была в запущенном состоянии. Мы ее тут пока немножечко поскребли. Возможно, у нее есть эффект, ну, как бы переборщение, да, то есть, ну, но у нее очень-очень зато эффект виден вообще. Я купила Кате вот такой вот массажер для лица. Им советуют по массажным линиям делать массаж 2-4 раза в неделю. Там или два раза, один раз в 2 или 4 дня. Очень хорошая вещь. У меня есть такой. Ну, не такой-такой, но по этому принципу. Вот, очень им хорошо подтягивается овал лица, девчонки. Вот, он такой достаточный. Это какой-то силикон. Вот, хорошенькая такая вещь, конечно, замечательная. Сколько она стоила? Она стоила 189 рублей, вот минус 20%. Вот на эти все продукты, кроме больших масок первых, на них на всех было 20% скидки сегодня. Я себе взяла два таких вот япончика, мне хватит до отъезда. Смывать маски, когда я скраблю там лицо, потому что нет у меня здесь этих моих маленьких полотенчиков. Поэтому буду пользоваться вот такими натуральными пончиками. Тоже вот он 199 рублей, минус 20%. Но я не знаю, мне очень сложно сразу переводить деньги там в евро.
Но мне показалось, что это не совсем и дешево. То, что вот я сегодня заплатила. Посмотрите, взяли, нашла наконец-то я силиконовые кисточки. Они стоили по 199 рублей. Я одну взяла себе, увезу во Францию, вторую оставлю Катюше. С надеждой, что моя дочь будет делать маски сама. Ну, послушайте. Потом, чтобы не было причины, что у меня нет кисточки. Отличная кисточка, вообще великолепная. Я так рада, 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 что я ее нашла, потому что именно для альгинатных масок нужны вот такие кисточки. У меня дома есть, но она у меня как бы предназначена для пищевых продуктов. Тем не менее, я купила, потому что пусть будет это. Вот такую штучку я купила Пашке. У него, видите, для чистки лица. С одной стороны помельче. То есть наносится скрабик какой-нибудь или гель с этими для проблемной кожи. Я привезла ему тоже. Вот такую, посмотрите, вот, допустим, Биоре. Это на основе соды. То есть наносится и массируется там буквально 1-2 минуточки и смывается, и он восстанавливает хорошо и pH. И вот эту вот марку Биоре я сегодня видела в этом магазине. Именно в том районе, где продают все продукты для проблемной кожи, для жирной кожи, для проблемной кожи, для черных точек и так далее. Вот, и потом вот этой штучечкой массируем. Очень удобно массировать в районе носа, то есть вот эти вот, да, где у нас крылышки, вот эти вот носовые. Вот такая штучка у меня. Дальше, девочки, мне же нужно сделать маникюр. Я же не брала ничего. Сейчас вот я уже сняла свой лак. У меня ногти все буквально выломаны с чемоданами. Посмотрите. Я решила, что я это все переживу. Конечно, ноготь треснут. Если бы я была дома, у меня есть такое волокно стеклянное, я бы заклеила. Но гелевые ногти я делать не буду. Вот я сегодня или завтра сделаю, купила вот такой Орли. Вот это вот средство для удаление кутикулы. То есть мы намазываем и палочкой поднимаем кутикулу, удаляем ее. И я купила ножнички, еще не открывала, потому что тоже свои маникюрные ножницы не везла. Они у меня очень-очень удачные. Я их привезла в прошлом году из Беларуси. Это были российские ножнички. Мне посоветовала их моя маникюрша, у которой я делала гелевые ногти. На самом деле они оказались настолько удачными, что я даже не захотела их вести с собой, чтобы где-то их там не придавить, чтобы они мне там не разошлись. И вот эти вот ножницы я сегодня купила. И вы знаете, как всегда, у меня очень большие сомнения, пока я не попробую, какого они качества, потому что, ну, стоит дорого, девочки. Тоже они мне обошлись, скажем так, не совсем дешево. Ну что, я не могу их даже вытащить. Надо разрезать, а не хочется, чехла нет. Вот стоят они 450 рублей, минус 20% сегодня было. Поэтому, не знаю, будут они резать, не будут. Вот такие вот маленькие ножнички. Надеюсь, что будут. Когда вот эти у меня были одни такие, настолько удачные вот эти вот ножнички, что они даже и щипцы не нужны были маникюрные. Ну, девочки, это как повезет. Потому что когда ты покупаешь запаянные ножнички и щипчики, ты не знаешь, будет оно резать или не будет. Я не буду пока пробовать, потому что я хочу все-таки распарить руки, нанести вот этот вот гель, размягчить, все обпилю, все подточу и нанесу просто прозрачную жидкость лечебную от, как же он там, Салиханер, как-то так. Вот, и все. Вот такие вот мои покупочки, мои хорошие. Оставайтесь красивыми, любите себя, ухаживайте за собой. Тратьте немножко на себя денег, потому что красота, она дороже и денег, и дороже понтов. А нам нужно оставаться красивыми как можно дольше. И все это, девочки, в наших руках. Ну а чем мы будем сегодня заниматься? Сейчас мы будем с Катей. Я хочу почистить ей лицо, я хочу сделать ей массаж гуаша, я хочу ей наложить одну из вот этих масок, допустим, стягивающую поры,
или вот эту масочку, посмотрим, что я буду накладывать, и сделать ей альгинатную маску. Если буду делать, то обязательно сниму. Всего хорошего, оставайтесь красивыми. Сейчас мы с Катей будем делать массаж гуаша. Катя будет делать его впервые. И мы сделаем сначала только на одну сторону, да. И чтобы посмотреть, как изменится одна сторона. Потому что вот она посмотрела, и она не верит в это. А мы сейчас покажем, что это все правда. Особенно первые разы. Ну дай попробую, господи. Катя, вот так вот утром, если ты будешь причесывать скребком брови, вот так вот приподнимешь. А у тебя вырастут брови, да? Вот так приподнимешь. Нет, у тебя поднимется века. Там вот 5-6 раз. Научишь меня? Ну ты ж смотри, учись. Я понимаю, что ты просто вот так вот начинаешь это по... Это будет еще больнее. Катя, а вот эти вот, понимаешь, вот, вот, это раз точка. И на середине, и вот три. Она последняя. По форме ты заканчиваешь раз. Мама, я сейчас плакать начну. Да ладно, потерпишь. Ну ты эту бровь уже делала. Ну и что? И по форме брови, короче, ведешь, да? Самой больной брови. Зато потом какое будет облегчение, ты увидишь. Ну почему? Брови, это вообще очень важно. Больно, реально. Жесть, вот это же точечка, вот так. Вот больно, реально. Норм. Там не больно. Нормально. Мы же договорились, пока только на одну сторону не переходим. Ну уже, Паша, я делаю сразу на две, а то скривлю твою мать. Да, особенно если бы ты еще браслетами мне по носу не долбила, было бы вообще хорошо. Не спина болит так. О, смотри, бабушка, щечки подкраснели-то. И лоб вот здесь. Ну, конечно. Паш, приостанови мою камеру, наверное. Аккуратненько. Вот здесь вот на заросте волос. Тоже уже помассажировать можно немножечко такими движениями. Господи, какой кайф, а. Господи, я не понял. То и плохо. А мне сделать такое? Нет, мне круто. Ну тоже тебе же интересно и кайфовать хочу. Пашка, ну по ходу дела ты будешь быстрее маме делать. Я не знаю, можно ли детям это делать. Нет, конечно. Зачем ему это делать? Тебе еще, еще лицо не сформировалось. Ну. Как? Пробуждайся, несмеяна, пробуждайся, пробуждайся. Ну и всегда все массажики надо вот так вот легонечко так вот заканчивать. Легонечко. Перед этим это было не легонечко. Ну ногтями мне прижит. Да ладно, ногти все у меня уже. Ну мне больно, ты две тычешь чем-то. А что ты думала? Вот это же все выстукивание. Ну вот под эти глаза мне вот реально. Ну у тебя где-то, Катя, у тебя значит где-то? А вот это вот выстукивание, я вам скажу, это вообще жесть. И вот эти все поднимают. А выстучи нет. А вам? Угу. Кстати, вот мама, ты аккуратно. Это больно, да, если это не. Это страшно, а не больно. Чего? Не знаю, вы видите. Страшно больно. Вот нефритом реально вот страшно делать. Так, идем. Так, подожди, давай мы ее снимем. Я у меня все, у меня есть компромат. Так, а сейчас мы Кате сделаем масочку, вот эту вот для сужения пор. Она рисована черная, но она не черная. Вот эту маску еще сделаем. И посмотрим тоже, как у нее отреагирует лицо. У нее сегодня много сегодня обновлений у моей дочери. Ну что, Катя удивляется, как она изменилась после первого сеанса такого пробного гуаша. Посмотрите, как подтянулось лицо с правой стороны. Пропали немножечко черные круги под глазами. Естественно, что это был первый сеанс, и мне было не очень удобно делать, потому что надо было бы находиться там за головой. А сейчас мы делаем масочку. Она уже маской покрасивела даже. Наложена маска и наложена маска на глаза. От черных кругов. Ну, короче, звездой. Сделаю я тебе звездой. Да, 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 да. Ставьте лайки, лайк, лайк. Ну вот моя Катька. Новенькая при новенькая. Посмотрите, такая прям. Вот Катя, вот царица Тамара. Вот что это Тамара не назвала? Мне нравится имя Тамара. Покажи.
Ну, слушай, ну, Катя, ну, вообще, ну, глянец. Представляешь? Ну, сейчас эта вот краснота чуть-чуть пройдет, потому что, конечно, тут и гуаша, и все на свете. Немножко пусть... Ну, хорошо. Нет, мне очень нравится эффект, а тебе? А как у тебя... В зеркале, да? Как у тебя ощущения? Пирожное моего детства, грибочки. Боже, какая вкусняшка. Ням-ням. А ты что, будешь видео? Уже видео. Вся диета к чертям. Пирожное моего детства. И чаёк с бергамотом. Спасибо за подписки. Приходите на прямые эфиры. И в субботу на встречу с нами. Паша Пансалович. Не, ну посмотрите на эту звезду. Лежит, спит на луке. На мешочке с луком. Айрис, что ты там вынюхиваешь? Что тебе надо там? Подушечку ты луковую нашла. Ну надо же. Не, ну посмотрите на нее. И дальше спим. Бедное дитя. Айрис, а места другого нет? Простите, это что, процедуры от выпадения волос или как? Смотрите сюда. Где, ну смотри, цирк какой-то. О, прибежал, смотрите. Еще. У кого что, кто фотографировал? Так, кто а что, меня в кадр нельзя, что ли? Только мою жену? Луковую. Луковую. Горе луковое. Луки любите, его жена. Мой мальчик хочет колбаски, а у меня же нету моего солнышка.